Всем привет! Это распаковка посылки с сайта Мыло.Опт. Я сделала такой большой заказик. Сейчас подробнее вам расскажу, что я заказала. Заказала литр гидролата Василька. Брала маленькую баночку, очень понравился запах. Наиболее из всех, которых я брала, гидролатов. Прозрачный, запах такой сладкий, цветочный. Понравился. Дальше взяла литр рапсового масла. Его можно в мыло, в крема, во все. Оно недорогое. Попробую. Брала маленькую баночку. В принципе, понравилось. Заказала баночки. Бутылочки по 50 мл. Они у меня в ходу. Очень нравятся. Дальше лопаточки для крема. Сухое молоко взяла, оно пищевое, можно и в косметику также. Таурин – это серосодержащее вещество, оно добавляется в косметику против сыпи, против прыщей. Попробуем. Эмульсионный воск – это эмульгатор для кремов. Бензойная кислота – это также противовоспалительная добавка, увлажняющая, питательная для кремов. Эрковакс – это эмульгатор для кремов, очень хороший. На нем крема самые лучшие получаются. Дальше ксантановая камедь – это пищевой загуститель. Его можно также везде, в крема. Я делаю шампуни, гели для душа на нем. Пептид пшеницы – это недорогой компонент в косметику. Я еще не пробовала, попробую. Взяла нерафинированное масло арахиса, понравился запах и вкус, буду пробовать в косметику. Дальше взяла эмульгатор Эмульфарма, первый раз попробую для кремов. Как всегда, цикламетикон я беру, использую его для масла сухого, массажного. То есть оно делает масло менее липким, позволяет быстрее впитываться. Полисорбат 80. Это в скрабы я использую его. Алоэ экстракт. Косметику для волос, для лица. Кремообразная основа Англия. Ее нужно взбивать. Это такое мягкое мыло. Хочу попробовать сделать для бритья пену. Крем для бритья, точнее. Так, дальше взяла килограмм соды каустической. Уже не первый раз. Довольно качеством. Как всегда, кокосового взяла ведро и пальмового масла. Спасибо сайту за то, что запаковали хорошо в пакетике, так как сейчас жара и масло плывет. Хочу поблагодарить сайт. Как всегда, все вовремя, оперативно, очень довольна товарами. Желаю процветания сайту, вдохновения и отличных заказов. Также я еще забыла сказать, вот еще взяла две отдушки для мыла с нуля. Богиня шопинга, запах очень сладкий, такой фруктовый немного, но больше мне похож на медовый. Я брала медовую отдушку, очень сладкий, для тех, кто любит сладкое. Богемия отдушка для мыла с нуля, запах ландыша, действительно ландышем пахнет. Не знаю, как будет в мыле, но очень довольна запахом. Всем спасибо за просмотр. До свидания.